я хочу. Слово «хочу» использовано. Хочу, чтобы меня не принуждали медицинским экспериментом бить брось в кавычках «надевать», в кавычках «одевать» в скобках, какие-либо дополнительные предметы, включая санитарно-гигиенические маски на мое лицо, кроме тех, которые я применяю по своей воле, когда только желаю. Чтобы мне была предоставлена возможность вдыхать свежий воздух, необходимо мне количество определяю сам для жизни, право на которое, в свою очередь, мне гарантировано статьей 20 Конституции, без ограничивающих его дыхание посторонних предметов. Данное ходатайство министра Днеевич поддерживаете? Это не ходатайство, это волеизъявление. Волеизъявление? Можно не рассматривать? Нет, рассмотреть обязаны, а документы в этой форме называть именно так, как они называются. Хорошо, пусть это будет воля изъявления. Мнение административного ответчика Лубнина я обязан спросить ваше отношение к данному воле изъявления. Уважаемый, как индивидуальный средств защиты дыхательных путей защищает не только человек, который носит, а также окружающих. Также окружающих. Так, и мнение представителя управления, то есть поддерживаете эту позицию, да? По волеизъявлению, присаживайтесь, я хочу ответить, Денис Владимирович, вам, у нас, в принципе, насколько я понимаю, и предмет разговора с этим связан, поэтому я отвечу на волеизъявление «нет». Я не разрешаю вам не использовать защитные средства, не прикрывая дыхательные пути, то есть рот и нос одновременно, да, на судебном заседании. На вопрос о том, чем это предусмотрено действующими нормами, правилами в связи с объявлением в Российской Федерации в целом и в отдельных ее регионах режима повышенной готовности в связи с новой коронавирусной инфекцией. Позиция суда понятна? Нет. Непонятно.